Ну что, ребятушки, вы на канале Дудаплей, и у нас очередной уровень, One Level 1, 20 уровень у нас. Нам нужно держаться, братан, ты только держись. Все нормально, все трясется, правда, но мы проходим этот уровень. Так, 21 уровень, не проходи мимо, ух ты. В смысле не проходи мимо? Так, здесь мы пройти не можем. Забираем ключик. И, очевидно, у нас закрыл дверь-то у нас не открытая. Не проходи мимо, в смысле? Так, ладно, здесь у нас ничего нету. Так, куда идем? Мы с пятачком. Давайте здесь все проверим. Не проходи мимо. Так, непонятно. Так, что здесь? Не открывается. Дверь не открывается, вонючка. Умираем. Не проходи мимо. Значит, нам надо пройти мимо. Просто проходим мимо и все. Нет, нифига. Так, а как же тогда? Как же тогда это победить? Как же победить? А может быть здесь что-то можно... Нет, ничего не двигается. А, я нажал просто на иконку... вот эту вот иконочку. И он просто прошел. Да. За тобой уже выехали, называется. Уровень. Так, ё-моё, нам нужно успеть, ребята. Забираем ключик. А, ну все, в принципе, успевается здесь пробежать. Так, возьми себя в руки. О, это тоже что-то интересное, какой-то уровень. А, все понятно. Теперь ведем аккуратненько. А что будет, если стукнуть его? А, да, он, смотри, стукается. Смотрите, сколько много стикманов. Так, ладно, проходим и уходим отсюда. А, 24-й. Лови момент. Ох ты, ё-моё. Ты чё творишь-то, а? А, нифига себе. Какой он быстрый. Какой он быстрый-то, а? Опа. Тихо, лови момент. Типа, надо быстро все делать. Ладно, подождем сейчас немножко здесь. Опа, и разбились. Разбились, не получилось. А ну, давайте быстро. А-а-а, он почему не успевает, вонючка? Есть. Успели. А-а, стукнулись башкой. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. А я хочу быстро пройти. Вот так пробежали. А-а, и сдохли, прикинь. Обидно. Ладно, сейчас по-другому сделаем. А-а-а, в смысле? Ладно, будем не спешить. Не спешить. Так, а здесь он не допрыгивает сюда, понял? По-другому сделаем. А-а-а, что я сделал? Ладно, я понял, как тут сделать. Проезжаем, пролетаем. И пролетаем здесь, сюда. И теперь убегаем. Так, что это у нас такое? Аларчик просто открывался, называется уровень. Аларчик просто открывался. А, просто мы на него нажали. Даже нам замочек, ключик этот не нужен. И мы уходим. Да, 26 уровень, в тебе есть скрытый талант. Интересно, тут что такое? А, в смысле, он не прыгает? Он не прыгает, ребята. Ну, он просто умирает. Ну, а как ему прыгать? Тебе есть скрытый талант. А какой же талант? Какой же талант? А, когда на него нажимаешь, он прыгает, понял? Оп. Все. Надо на стикмана просто нажимаешь, и он прыгает. Оп. Все нормально. А так прыгать он не хотел. Так, а 27 уровень, вот тебя... А, вот это тебя плющит. О. В натуре плющит. Смотри, он маленький становится. Ага. Так, надо успеть запрыгнуть. А то мы превратимся вообще маленького-маленького, и он, мне кажется, погибнет. А давайте посмотрим, умрет стикман или нет, когда он станет совсем маленьким, пусенький. О! Все, да, он умер. Он умер, ребята. Он превратился маленького-маленького-маленького точку такую. Умер и закрылся, дверь закрылась. О! Все, надо быстрее убегать отсюда. Он вообще уменьшается на глазах. А здесь слишком шумно. Да не, нормально все вроде бы. Так, только дверь не открылась.
И что здесь надо делать? Дверь не открывается. А при чем тут шумно? Что-то я не пойму. В чем прикол, алло? А, все. Может, надо тихо просто, тихо ходить. Ну, типа, не шуметь. Так. Нифига. И как это 28 уровень проходить? Пока не понял. Но сейчас, я надеюсь, пойму. Ключики я брать не буду. А, нет, нифига. Ключик брать все-таки нужен или не нужно? А, ребята, чтобы пройти этот уровень, я так понял, надо просто выключить звук. И тогда открывается дверь. Представляешь, как вот разработчики придумали? Офигеть, офигеть. Так, будь настойчивее, толкай сильней. Ладно, сейчас попробуем. Так, забираем ключик. Дверь у нас не открылась. Давайте ее будем толкать тогда. О, все, проехали мы этот уровень. Так, 30 уровень. А что если наклонить? О, опять у нас что-то с наклоном связано. С наклоном получается. С наклоном телефона, да, если ты в телефон играешь? А если ты играешь на компьютере, ребята? Что, как вообще тут что сделать? Ну нереально, вот если ты с телефона играешь, то да. А если ты на компьютере в эмуляторе играешь, то ты не пройдешь. Ну ты реально ты не пройдешь игру. Всем привет, ребятки. Вы на канале Duda Play. И мы продолжаем, мы играем в игрушку. Интересную такую игрушку. Эх, короче, бегает дядька, чувак. И убивает всех подряд. Так, название я вам потом скажу. Так, смотри. Получается, мы берем всякие новые оружия. Так, смотри, вертолет, да, сейчас будет стрелять. О, прикинь, вертолетчик уничтожил даже своего злодея. Офигеть. Так, что же я на тебя столько много патронов потрачу, а? Вертолетчик. Так, много чуваков здесь. Нам нужно поднимать еще вот эти штуки всякие. Так, а что у нас здесь? А, нужно наверх прыгнуть. Прыгаем наверх, у нас огнеметик есть. Все, смотри, они мне ничего не могут причинить, никакой вред, они просто бегают. Так, а этот чувак с оружием был. Аккуратненько надо с ним. Так, что у нас здесь? А, тут тоже, типа, оружие новое будет. А, нет. Да, точно, мы получили новое оружие. Фига себе. Какой бластер. Так, а ну-ка, танк. Аккуратненько. Так, а мы его можем... А, я думаю, мы его можем перепрыгнуть. Нифига. Ладно, теперь у нас обычный наш пистолетик. Ну ладно, сейчас подберем какой-нибудь бокс. И там будет у нас, ребята, новое оружие какое-то. А, сейчас вот здесь локацию пройдем. Вот этого, главное, убить надо. На, получай. Вот этих тоже можно, кстати, пострелять. Я не знаю, какие-то нам дают за это бонусы. Очки. Так, а вот и оружие новое, мне кажется. Да. Это оружие какое-то странное. Какая-то жвачка. Но у нас еще мало всего лишь патрончиков. Все уничтожили, смотри, хорошо. Так, а нет, здесь смотри, надо пока этих всех поубивать. И тогда откроется нам дальше проход. Оружие мы можем иметь? А, да, мы можем все оружие иметь. Нет, мне вот это больше нравится оружие. Ух ты! Ребята, тут какой-то босс уже будет скоро. Точно, смотри, босс. Нифига себе, вот это босяра. Как же его убивать-то?
Ага. Ладно, нам нужно уничтожить. Ох, ё-моё, кончилось вот оружие. Так, а что он будет делать? Ааа, нифига он меня убил. Так, у нас еще есть немножко. Блин, плохо, что у меня эти большие патроны. Ух ты. Ааа, нифига, задело меня. Да, сложно, сложно. Ааа, это можно, кстати, пострелять. Ух ты. Так, это что за бокс? О, оружие, блин, только взял оружие, меня убило. Как жалко, а. Так, злодеи, злодеи бегают. Давай злодеев убьем. Так, он мне вниз стреляет, а я буду поверху стрелять. Так, а ты что там неубиваемый, а? Гад. Как тебя убить-то, а? А, все, убили его, получается. А, нет, нифига. Да ё-моё, тут невозможно вообще выиграть в эту игрушку. Так, ну что ж, продолжаем. Попробуем сейчас этих всех гадов поубивать. Так, и нам нужно стрелять в эту черепушку. Пока она еще не сдохла. Нет, меня опять убили. Че, опять смотреть рекламу, что ли? Получается так. Дают всего лишь одну жизнь, представляешь, вообще... Капец, я просто не представляю, как вообще здесь выигрывать-то. Опять убили. Ха-а-а, прикинь. Не, непроходимая игра, короче, я не буду в нее играть, ребят. Но если хотите, чтобы я играл, поставьте лайки, чтобы я видел, что вам игрушка зашла, и вы хотите смотреть продолжение. Ну а так, пока. Пока выключаю ее.